есть ошибки, которые выпускают вещи агрессивно. Есть такие ошибки, и тогда это намного. Вот это относится к одной из моих грубых ошибок. То, что у нас главное здание в торпедо вход, напротив него была площадка. Мы ее расчистили, сделали сектор для летаний. Все сделали. А потом уж, как я тут прозевал, ну эту землю отдали. Каким-то частям, которые обещали там построить спортивный объект. Уже сколько, 5 лет стоит там, то не забыл ничего. Это я пролопушил, что я могу сказать. Просто пролопушил. Точно так же, допустим, я к своим, каяться начал, это хорошее дело. Значит, своим ошибкам, грубым ошибкам, отношу и то, что я не сумел убедить руководство, вернее, не так сказать. Что я убедил руководство области, что нам надо идти играть в первую лигу. Моя была ошибка. Потому что я, как никто другой, знал наше финансовое положение. Спасибо. У меня последний вопрос. Бедности, давайте открываем. По поводу спортивных сооружений. Мне, как жителю Владимира, хотелось бы узнать, что у нас по тендеру движение в Москве. Потому что стоят свои, больше ничего. Я не знаю, там справки есть, это нет. Короче говоря, городу Владимиру мы выделяли в 2010 году 30 миллионов с областного бюджета на строительство. В 2011 году мы выделяли, они попросили, письмо есть за подписью руководства города, с Суздальского проспекта перекинуть деньги, с 10-м не освоили, давайте мы в 11-м перекинем на парк «Дружба», на спортзал УВД. Ладно, попросили, перекинули. Почему говорю? Это все документально, есть постановление губернатора, перечень строек, все сделали. Ни там не начали, ни здесь не начали. Значит, сейчас слышу заявление о том, что в 2013 году будут строиться. Не верю. Не верю. Потому что те, кто хотят строиться, вот по этому году, Петушки, Александров, мы документы уже все сдали в министерство. Для того, чтобы получить, там же 50% федеральные, 25% областные, 25% местные. Все документы уже сдали в октябре месяце. Чего сейчас говорить, о каком строительстве? Ни в одном плане их нет. То есть почему, Владимир, чья-то уже из газет узнаю, что значит, внесли изменения в бюджет, деньги со строительства спортивных сооружений сняли. Объяснили мне нет.